Подмосковье наступил купальный сезон. Для правительства области состояние пляжей и мест отдыха – объект постоянного контроля. Об этом регулярно напоминает губернатор Андрей Воробьев. Мы прекрасно понимаем, что большое количество наших жителей, жителей мегаполиса, прилегающих территорий, проводят время, лето, проводят отпуск в Подмосковье, потому что у нас природа и соответствующая инфраструктура, есть куда поехать. Наша задача сделать так, чтобы отдых и детей в летних лагерях или с родителями, и взрослых был здесь комфортным. Важную и актуальную тему тщательно прорабатывают в муниципалитетах. Вопрос безопасности на водных объектах обсуждают и на еженедельных совещаниях главы Одинцовского округа. Очень важно, чтобы люди четко знали, где можно купаться, а где нет, и какие правила поведения на воде и на открытых водоемах. Этим летом в Подмосковье для гостей подготовили 203 зоны отдыха у воды, на 88 из которых разрешено купание. В Одинцовском округе 2 пляжа и 10 мест, соответствующих предъявляемым требованиям. До того, как собственник территории, где оборудуется пляж, заявится на открытие, то есть на декларирование данного пляжа. То есть предварительно зона, водная зона под покрытием воды должна быть обследована водолазами, взяты анализы воды, проверена скорость, допустимая скорость течения и так далее. Помимо этого, зоны для купания должны быть оборудованы постом со спасателями и всем необходимым для оказания первой помощи. Душевыми кабинами и местами для переодевания, туалетными модулями и автомобильными парковками. А о правилах поведения на воде посетителям напоминают информационные стенды. Преимущества подмосковных пляжей уже ощутили местные жители. Чистый песок, чистая вода, практически нет водорослей, ну, может быть, если чуть-чуть подальше. Всегда отзывчивый персонал, если что-то нужно, какая-то помощь, всегда подскажут, сделают. И вкусная еда. Но больше всего в жару водоемы привлекают детей, поэтому организации купания уделяют особое внимание и родители. Здесь есть специальное место для детей, огороженное. Там буквально ребенку даже до 4-5 лет, там по пояс чуть выше. То есть... И всегда рядом находится служба спасателей. На пляж приезжаем уже не первый год. Первый раз были лет, наверное, 10 назад здесь. Все очень нравится. Чисто, комфортно, аккуратно. Относительно недорого. Вот. А ребенок здесь первый раз. Расскажи, чуть понравилось. Мне понравилась тут вода. Она хорошо... Теплая. Теплая, она подходит для лета. Чтобы отдых у воды приносил гостям желаемый ровный загар и положительные эмоции, за соблюдением правил на местах следят мобильные группы, в состав которых входят сотрудники администрации, полицейские, спасатели и волонтеры. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».